наша тема. Это, конечно, пипец. Вот никогда не пойму тупость людей. Наконец-то мы нашли кофе. И сейчас мы пришли. Там уже ралли. Магазин насчет пультика. Я говорю, медленно работаете. Я говорю, я уже поехал и купил все, что мне надо. Ну да, я же этот. Я, чтобы время не терять, заказал сразу в трех местах. Зачем уже трогать? Ну а чё? Не понимаю, что это такое?
прошлогодняя фирма. Да, здесь, наверное, импортозамещение там. Может, тогда идти искать их? Кого? Утка. Утка? Утка, это круто. Thank you.
Thank you.
что так долго? Давай еще раз, быстро. Давай, на счет три. Раз, два, три. Расскажи. Очень много красивых елок. Не полети. Золотые жука-бабочки. Бабажочки. Икра не настоящая, опять торгуют настоящей икрой. Три тысячи всего. Что, представляешь, Антону подарили пол кило под начало лет. Чёрную гирею. Что? Чёрную гирею. Надо искать велосипедную елку. Нас времени много. Алло. Наша тема. Вопрос, да, когда люди к нам приходят. Порывый вопрос. Когда они внутри приезжают. Thank you.
помидоры с глазами. Первый раз. Ёлка имени Лепшута ваша. Московский транспорт. Ишь ты, сколько ёлок-то! Я думаю, это ёлка Кавказ. Ну. Баран дерево. А это мексикан дерево. Очередь за мороженым. Это тот самый туалет? Да, за 150 рублей. А мы не успели, но елку нашли. А мы... Это, конечно, пипец. Они что туда в мороженое Геральшель добавляют, а? Секретный ингредиент. Секретный ингредиент. Вещи своими именами. И до выхода. Ну, а-ля. Ну, ты знаешь, Советский Союз терял, что ли? Нет, нет. Надо куда? Откуда мы находимся? А, зима уже. Как? Я не стал плавать. Очень долго. Прям аж я сорхаю. Кстати, можно было бы мороженое поесть. Хотелось бы, Это в таком количестве. Создать Билл Гейтс. Да? Нет, что сегодня? Выходной, что народ так? Ой, какая. Холодный сорт? Не холодный? Нет. Давай, нет, я проверила.
приготовим красавицу. Ну, там же был выход. Да, высотища. Однозначно. Ну, чем выше все равно. Я думаю, если бы вчера пошли на полчаса, здесь не гуляли бы. Здесь меньше очередь. Один шарик 100 рублей. Да, здесь не очень. На аптеку была. Как она? Фига. А шарик, или наверное, они... вот такой. Нет, просто... я вот такой вот, наверное, шарик. Или они просто со входа встают, короче, тупо. Замороженные. Не, они вообще сюда приехали все. Которые уже и праха-то нет. Шайтан елка самая большая. А что ты срежь? Срежь уголок. Срежь уголок. Все. Лились в круговорот. Ходят. Толпища, толпища. Странный. Это настоящий. Дай вот эту салфетку, а то ты сейчас уронишь. Вот, подожди, вот, спасибо. Распорозанное там, вот это. Там параллельно. Линия. Кто не берет, там ходите. 55 мороженое. Опять с ингредиентом. Ну я бы по-разному. На улице холодно. Сейчас за мной где-то пробиться. Я же говорю. Че, надо тупо, наверное, вперед идти и все. Ну а мы так и делаем. Не, надо поактивнее идти. Я поняла. Хочу велосипедную елку. А он и был.
Да. А это чья? Это камуфляж. Да я даже глаз не имею, что это такое. Нес. Эти сраные как кофе. Капсулы с большого кофе, который закладывается. А эти как вообще смешаются? Мне не надо украшения бегущей лету. На турецком. Раздеться мне, а, девчонки? Что изображают эти ручки? А это ручки. Что это такое? Блять, вот хороший часик. А кто он расплатил здесь? Ну там не очень. Да это не рынки, это все. А? Ну да. Прикольно. Ну все равно они стоят так. Офигенно. Досок из оргстекла навешивает. Чё ты? Нет никого. Давай. Два, пожалуйста. Тем более с велик продают. Вот так. Никогда не пойму тупость людей.
Одно и то же мороженое. Блин, одни и те же цены. Однако, блядь, на входе стоит целая толпа. Это уже другие стоят. Что, зачем? Мороженое другое. Да ладно, а да. Что там за мороженое? То же самое. Как раньше было. Какое? Ну, если раньше не знал, какой был, что говорить. А ты знала? Да. Ну, говори, какое. Такое ощущение, как будто вот это вот все рассчитано на наш возраст. На людей 70-х. Дай 100 рублей. На тех, кто еще может ходить. Демид, стой, Демид. Да. И платить. На тех, кто на пенсии, пойдет в 60-х. А вот кофе так и не нашли. И елка велосипед, да. Ну что, до конца придура. Кофе вон. Интересно, делают это мороженое. Наверное. А я уже солнце. Негры в подвалах. А кто еще ты? Народу сколько? Это всегда так. Жень, ты заметила? Просто давно стоит. Ну, может, туда же не были, не было никого. Ну, правильно. Куда выкинуть? Давай встанем по человеку. Вот нас снимают события и камеры. Вот один. Ладно, будет два раза. Я так думаю, что надо просто уронить. Нет, там что ты хочешь, там велик стоит и шабурм еще поставил. У меня нет. А где? Ну, давай съедим это. Такая. Память такое.
сих пор такая наивная, что ли? По полдула. Полезет. Стояли очередь, стоят, жрут вот это вот мороженое. А-а-а. Ну да, у них другое мороженое. Блядь. Давай. Вот, оказывается, простой рожок. Это не рожок, это стаканчик. Ну, стаканчик какой. Большая. Я буду, блядь, за деньги есть не стану. О, какая елка кошерная. Не знаю, у кого в мозги такую блюшку мать. Чего, короче? Он там выставляет. Смотри, какой домик! Да. Ничего себе. Это часовая фирма старая. Дайсон. Она какая-то. Стой, стой. Нет. Нет, это электро. Электровелосипеды? Фирма. Паскудная какая-то елка. Вам другую искать. По-моему, нет. И вот за этой херней эта толпа. Если вы потеряли руку, встречайтесь в центре. Все. Все. Нету больше елок. А сколько тут рядов-то? Три. Мы по всем трем прошли? Да. Вот суки. Ну все, кофе на выход. Ну есть вон еще другие этажи, но я думаю, там вряд ли есть елки. Хотя есть там отсек, где можно похавать. Пойдем вот туда.
Пойдем. Зеленые. Чего не сказал, что я лохматая? Ну, дороже, чем портфель. О, сыр, надо думать подольше. Это не топ. Вижу Мазда. Ну, здесь приземлил на эту цель, как с ног добился. Что-то я не вижу. Ну, вот, например, давай его сюда. Как угодно. Короче, нет, он твердый. Есть Монтань. Это кто? Жора Монтань. Ну что, спросить? А что спрашивать? Там и ничего спрашивать. Ну не будешь спрашивать. Она поняла, забирает. Вот она. Идет. Как обычно, махаешь. Странная, мало. Ну да, бухает, наверное. Наркоманы, проститутки. Или он с тарелками бегает с какими-то. Расширились. Короче, сходили в ГУМ отвратительно. Елку велосипедную не нашли, кофе не попили, и сыр Монтвюли не нашли. Какое-то сплошное блядство. Пошли дальше. А вот это вот долбоебическая рамочная толпа. Наконец-то мы нашли кофе. И сейчас мы пришли к известному историческому бассейну Москва, который захватил церковь в 90-х годах и построил свой домик. А пришли мы... А пришли мы с единственной целью посмотреть на красивый мост, который злые языки очень хвалят. Пошли посмотрим. Кассовых аппаратов. Прям спрятали. Да. Ну так нет.
нашли этот мостик. Yeah.
месяц свитерок с оленем. Красный, смотри, с белыми оленями. Я думаю, что там близко ничего не бывает. А я же объектив приближал. Кому охота на мороженое? Не знаю. Там посмотрим, что за деликатес дичь. Небось. Колбаса из зайчатины. Я его телефоном не знаю. Да, мне олень, сыроедный.